Итак, начало. Пирожки. Пирожки будут с картошкой. Это тесто. Качалка. Ну, вот такая вот картошечка будет с укропом. Картошечка пюре. Вот сначала такие клубочки. Второй этап. Раскатываем вот такие вот. Качалочка раскатываем такие вот. Как блинчики, можно сказать. И сейчас я сюда добавляю начинку и буду жарить. Ну вот, пирожочки уже готовы. Слепили. И перед тем, как их жарить, желательно, чтобы они немножко полежали. И подошло тесто немножко. Они тогда будут пушистее. Пирожки у нас, я забыла сказать, картошка с укропчиком. Очень будет вкусненько. Ну вот, смотрите. В принципе, это полуфабрикат. Ну вот, я уже их буду сейчас жарить. Жарю я на оливковом масле. Ну так, я думаю, будет значительно вкуснее. Ну и полезнее, оно, скажем. Накрываем крышечкой и жарим. Ну вот, смотрите, какие румяненькие. И стали практически в половину больше. Если они полежат. Вот. А эти поджидают. Подходит тесто, подходит. Оно немножко увеличивается. Дрожжи играют. Тоже. Я люблю маленькие. Но если они полежат, тем более теплая начиночка, они становятся больше. Ну, половину точно. Ну и вот с этой стороны будут румяненькие со всех сторон. Самое сложное — это прожарить бачок. Они мне почему-то не хотят стоять на бачке. Вот, сейчас я прожарю бачки. Ну вот, потихонечку тарелочка наполняется такими вот пирожками. Это пирожки с картошкой. Еще планирую пирожки с яблоками. Тесто самое у меня простое, дрожжевое. Стаканчик молока, дрожжи. Распускаю, делаю опару и мука. Полчасика стоит опара. Потом добавляю яйца. Обязательно добавляю масло. То ли оливковое, то ли подсолнечное. Два яйца. Можно немножечко сметанки добавить, если хотите сдобное. И все, замешиваем тесто. Обязательно хорошо вымесить. И ждем, пока тесто подойдет. Приятного аппетита! Ну вот, результат моих стараний. Вот такая вот горка получилась с картошечкой. А вот это с яблочком. Я их сделала кругленькие, чтобы не перепутать. В принципе, довольно-таки экономичное блюдо. На такую вот горку пирожков ушло 4 картофелины, а сюда, ну, чуть больше половины яблока. Вот. Готовила я их недолго. Ну и надеюсь, приятного мне аппетита. Нам с Гришей.